Каждое путешествие оставляет в сердце что-то милое, доброе. Это городок, в котором находилась наша гостиница. Мы пробыли в Каппадокии всего 3 дня. Гуляли днем, гуляли по вечерам. Как же завораживающе красив этот городок ночью. Излазили практически все. Поднялись высоко в горку. Но эти огни яркие, манящие, так приятны. Конечно, они запомнятся. И вот это кресло-качалка отправило нас немного в старину. Этот городок, сейчас вы увидите его название, очень красив. Особенно ночью. Колоритный, неповторимый городок Ургюб. И если вам придется путешествовать, загляните. Этот городок красив и днем, но ночью он особо завораживает.